Слава Иисусу Христу, во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую всех вас в наше общение Божьего милосердия. Начинаем в 3 часа дня нашу молитву. Надеемся, что получится у нас одновременно помолиться путем также объединения посредством видеосвязи. Читаем сегодня номер 224. Напомню, что сегодняшний четверг в некоторых поместных церквях отмечается Корпус Домини, торжество тела и крови Господней. В нашей поместной церкви и на территории Конференции епископов России это торжество переносится на ближайшее воскресенье, поэтому, согласно нашему литургическому календарю, сегодня просто четверг восьмой рядовой недели литургического года. Читаем 224 номер из дневника Фаустины. «Я скрываюсь среди сестер, как маленькая фиалка среди лилий, и хочу цвести для своего Творца и Господа, забыть о себе, вовсе погибнуть ради пользы для бессмертных душ. Для меня это счастье». Вот что значит найти смысл своей жизни, вот что значит найти свою миссию. И даже если эта миссия неизвестная, маленькая, незначимая в глазах Господа, в глазах людей, то в глазах Господа что-то большое и дает счастье самому. Нашли. Господи Иисусе Христе, славим, благодарим Тебя за дар Твоей любви, милосердия, за это время, которым можем быть перед Тобой с молитвами. Берем Тебе наши просьбы, интенции. Дай всем нам радость и глубокую веру в служении Тебе, чтобы могли прославлять Твое святое имя и святое присутствие в пресвятых дарах. Нашими молитвами, Господи, сегодня обнимаем нашего архипастыря Павла, который находится в больнице. Просим о здоровье для него. Просим за всех также, кто трудится для того, чтобы вера в Тебя, Господи, присутствующего в пресвятых дарах, укреплялась. Просим Тебя за всех катехизаторов, всех, кто собирается учиться на курсах катехизаторов, всех, кто готов служить своей верой, своим опытом. Просим также за всех околитов, всех тех, кто служит таинству Евхаристии, каким-либо не было образом. Берем Тебя, Господи, все радостные моменты сегодняшнего дня, все наши встречи, труды. Просим, оберегай нас, сохрани. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, возжил на небеса и восседает одесную Бога, Отца Всемогущего. И оттуда придет судить живых и мертвых, веруя в Святого Духа,
Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тела и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир.
Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас и весь мир. О, кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя, Иисус, уповаю на Тебя, Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. Души усопших верных по милосердию Божьему да упокоятся в мире. Аминь. И Таня, Пресвятой Богородице, Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, внемли нам. Христе, услышь нас. Отче Небесный, Боже, помилуй нас. Сын Искупитель мира, Боже, помилуй нас. Дух Святой, Боже, помилуй нас. Пресвятая Троица, Единый Боже, помилуй нас. Пресвятая Мария, молись о нас. Пресвятая Богородица, молись о нас. Пресвятая Дева над Девами, молись о нас. Матерь Христова, молись о нас. Матерь Церкви, молись о нас. Матерь Милосердия, молись о нас. Матерь Благодати Божией, молись о нас. Матерь Надежды, молись о нас. Матерь Нетленная, молись о нас. Матерь Пречистая, молись о нас. Матерь Целомудренная, молись о нас. Матерь Непорочная, молись о нас. Матерь Прелюбимая, молись о нас. Матерь Предивная, молись о нас. Матерь Доброго Совета, молись о нас. Матерь Сотворителя, молись о нас. Матерь Спасителя, молись о нас. Дева Премудрая, молись о нас. Дева Досточтимая, молись о нас. Дева Достославная, молись. Дева Преславная, Пресильная, молись о нас. Дева Милосердная, молись о нас. Дева Верная, молись о нас. Зерцало Справедливости, молись о нас. Престол Мудрости, молись о нас. Источник нашей радости, молись о нас. Святыня Духа Святого, молись о нас. Святыня Славы Божией, молись о нас. Святыня Глубокой Набожности, молись о нас. Роза Таинственная, молись о нас. Да Башня Давида, молись о нас. Башня из слоновой кости, молись о нас. Дом драгоценнейший, молись о нас. Хранилище Завета, молись о нас. Дверь Небесная, молись о нас. Звезда Утренняя, молись о нас. Болящим исцеление, молись о нас. Грешникам прибежище, молись о нас. Утешение мигрантов, молись о нас. Скорбящим утешение, молись о нас. Христианам помощь, молись о нас. Царица ангелов, молись о нас. Царица патриархов, молись о нас. Царица пророков, молись о нас. Царица апостолов, молись о нас. Царица мучеников, молись о нас. Царица исповедников, молись о нас. Царица девственниц, молись о нас. Царица всех святых, молись о нас. Царица без первородного греха зачатая, молись о нас. Царица на небо взятая, молись о нас. Царица святого Розария, молись о нас. Царица семьи, молись о нас. Царица России, молись о нас. Царица мира, молись о нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, прости нас, Господи. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, услышь нас, Господи. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас, Господи. Моли о нас, Пресвятая Богородица, да удостоимся исполнения Христовых обещаний. Помолимся. Господи Боже, благоволи дать нам здоровье души и тела, и через покровительство Пресвятой Богородицы избавь нас от зла на земле, и одари вечной радостью на небе через Христа Господа нашего. Аминь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри моления наши в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь. Дорогие мои, всем большое спасибо за совместную молитву в 6 часов вечера. Сегодня у нас святая месса, завтра пятница, 3 часа дня. И в 6 часов вечера, как обычно, месса.
Вверяем Господу наши молитвы, интенции. Просим, чтобы поблагословил нас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим поклонении, древнее установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувство недоступное, и родите, и рожденный вешник возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, сходящее от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости, все бессодержащие, помолимся. Боже, в чудесном таинстве ты оставил нам память твоих страданий, молим тебя. Помоги нам так почитать священную тайну тела Твоего и крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления. Ибо Ты живешь и царствуешь с Богом Отцом в единстве Духа Святого, Бог во веки веков. Аминь. Преклонений пред Тобою с величанием и мольбою, Вседержитель, Святый Отче, сердца наши посвящаем. В преклонении пред Тобою с величанием и мольбою, Вседержитель, Святый Отче, сердца наши посвящаем. В преклонении пред Тобою с величанием и мольбою, Вседержитель, Святый Отче, сердца наши посвящаем.